Здравствуйте. Здравствуйте. Инспектор дорожного патрульного службы Велопоста. Специально приезжаю. Это проводится на производителе, вы сюда проводите собственный автомобиль. Здравствуйте. Здравствуйте. Инспектор дорожного патрульного службы Велопоста. Здравствуйте, Велопоста. Сотрудников по улице Мира. Производительское мероприятие. Производитель, выберите ваш паспорт. Поедет, приезжает. Здравствуйте, инспектор ДПС Машинцев, полиция Петровская. Производительное мероприятие, выберите водитель. Тихо, очаровать вас инспектором ДПС. Редко встретишь. Сегодня проводится массовое производительное на предмет. Более. Правильно. Этих засранцев надо ловить. Не трезвых. Трезвых водителей да. Вообще надо сразу расстреливать. Я говорю. Так, страховочка. Сам водитель, сам знаю. Теперь я реально. Таких уродов, почему надо мочить сразу. Господи, никакого суда и следствия. Все. Если что-то случилось, сразу. Взяли и завалили. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. У нас проводится мероприятие на производителе. Будьте добры, ваш документ водитель. Добрый вечер. Это дорожный патруль службы. Мероприятие производить на проводится на территории Кинцевского района. Будьте добры, документ водитель автомобиля. Нормально. Производитель называется специально профилактическая. Можете что-то сказать вот тем людям, которые садятся нетрезвые за руль или в наркотическом опьянении? Ну, я думаю, эти люди очень сильно ошибаются. И один момент они ошибутся так, что потом будут жалеть об этом всю жизнь. Здравствуйте. Здравствуйте. Инспектор Белопоток. Мероприятие специальное проводится на территории Кинцевского района, производитель называется. А скажите, вот тем людям, которые садятся за руль пьяными, что бы вы им сказали? Это вредно для здоровья уже, для жизни. Человек трезвый, источник повышенной опасности для жизни. Отрезвите, нетрезвите. Вы можете сказать что-то тем людям, которые садятся за руль в нетрезвом виде, под наркотиками? Вот, ваше мнение о них? Не надо садиться, потому что они убийцами могут стать. Где? Здесь.
Здесь, прямо вот в этой канаве? Ну, почти что. Мы мне сказали, операция пьяный или трезвый водитель. Я трезвый, пьяный. Все. Вы стоите в темной отрезке. Время суток, во-первых, это раз. Основание. Сейчас он ходит по кругу и выявляет. Есть приказ Путина, чтобы инспектор не имеет права ходить и выявлять эту причину. Вот я проверил меня, что я трезвый, все, до свидания. Это означает, что я вам до свидания скажу. Почему? Будете вокруг вот так ходить и выявлять, что ли, не пойму. Я сейчас буду звонить в службу доверия вашу. Ну ладно, напишите, что ты хочешь. Техническими неисправностями, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Кроме резины у вас очень много технических неисправностей. В частности, отсутствует подсветка номера госрегистрационного знака. Или не так? Исправлю сейчас? Вы выехали. Я исправлюсь. Вы когда исправите, когда ездите. Вы видели? Нормальные дороги, да, нам конечно. Нравится. У вас тут вообще шикарная дорога. Новая, в этом году только сдали. Ни ямочки не найдете. А то я вот здесь 5 метров оттуда вышел как будто. Не рассказывайте. До этого дорога какая-то. Тебе обеспечить. Если у вас одна лампочка. У меня все горело. Да, и резина вся целая была. Нет, резина у меня в голове планы, ее в меня. Вы обязаны были выехать с исправной резиной. Понимаете, еще если лампочка перегорела в дороге, то колеса у вас за 100 километров до города точно не сточатся. Это абсурд. Вы тоже не должны ходить и выявлять, искать причину. Вы меня остановили по какой причине? Вы выявляете? Будете вокруг и выявляете? В темное время суток. Я вообще не понимаю, что тут происходит. Здесь столько народу, и что здесь вы вообще здесь делаете? Какой район? Кингисепский. Кингисепский район. А все техническое состояние, при котором запрещается эксплуатация, наличие неисправности. Скажите, пожалуйста, ваш номер телефона. А у меня нет телефона. У вас есть телефон, вы по нему звонили. Это не мой телефон. Но номер-то скажете, не вашего телефона. Не скажу вам номер. А вы недовольны вот работой полиции, сейчас, что вас остановили? Есть какие-то претензии к их работе? Есть претензии, конечно. А что конкретно вас не устраивает? Будет выявлять что-то там, непонятно. Но... У него есть определенные правила, что он мне сказал, что трезвый или пьяный водитель. Ну и что? Вот проверил, все, до свидания. Зачем задерживать? Не пойму. То есть вы не согласны, что они выявили у вас нарушение технического состояния машины? Техническое состояние они выявили сейчас, да, вот. Но это может быть в дороге это все произошло, он же это не может доказать. Колеса сточили в дороге? Да, конечно. У меня колесо может заклинило. У вас там их там целая куча сточенных, до нулей. Да нет. Ну, не нету, да? Там всего одна пара. А остальные все еще в состоянии. И как раз там два колеса и лежит. Вы занимаетесь ерундой. Пить вредно, особенно за рулем. Опасно для жизни.